Что такое счастье? Это белый песок, это лазурные небеса и соленое море. Фредерик Бекпедер. Слушай, я больше не хочу ездить на автобусах. Здравствуйте, друзья! Это Орел и Решка, и мы приехали. К сожалению, не прилетели в Перу, в город Паракас. Впереди нас ждут только прекрасные приключения, всякие животные, рыбы. А ты знаешь, пусть это будет интригой. Коля, главная интрига – это у кого будет золотая карта? Орел! Решка! Подожди, я не смотрела монетку. Там вообще есть цифры? Как понять, где орел, где решка? Просто смотри мне в глаза, и ты увидишь. Я там орел выпал или решка. Окей. Давай. Ну, Коля! Хорошо. Где мой автобус? А тебе не нужен автобус, ты просто дождись песчаной бури, она тебя пронесет по лучшим местам этого города. Ведь Паракас переводится, между прочим, как песчаная буря. Спасибо, Коль. Хорошего уикенда. Спасибо. Ты так это искренне сказала. Фух. Ну что? Паракас. Город без аэропорта. Посмотрим, где здесь можно потрясти золотой картой. Между небом и землей. Там, где пустыня бесследно исчезает в океане, живет город Паракас. Говорят, здесь когда-то отдыхали пришельцы и колдовали ведьмы. А теперь нагрянули мы, чтобы разведать, что к чему. Паракас и его окрестности, практически все это пустыня. А для того, чтобы круто себя чувствовать в пустыне, нужен автомобиль «Швейцарский нож». Забудьте все, что вы знали о внедорожниках. Все они и рядом не кашляли в сравнении с этим Франкенштейном на колесах. Дополнительные канистры с топливом. Лопата. Запасная резина. Палатка на крыше. Полноценная полевая кухня и два спальных места внутри. Короче, не тачка, а дом на колесах. О боже, сколько всего. А мы его предупредили, что автомобиль арендовали только на 2 дня. Let's go! Ну что, помчали на нашем самодельном Титанике к айсбергам пустыни? Сейчас продемонстрирую самое быстрое добирание до города. 3, 2, 1. Я в городе. Очень удобно. На проезде сэкономила. Пора познакомиться с городом. Так. Сразу видно, что город невысокий. Максимум 4 этажа. Стоят домики. И... его можно объять одним взглядом. И взгляд этот должен пройти сквозь призму кинокамеры. А все потому, что Паракас – это всего пара улиц, больше похожих на киношные декорации. Пустынные переулки, здания, словно сделанные из картона, и заведения, в которых ни души. Ой, а вот эти вот смешные мопеды, мототакси. Правда, куда на таком ездить? Тут-то и города, как 3 таких машинки. Кажется, что когда-то давно здесь снимали вестерн. И просто забыли разобрать декорации. Того и гляди, мимо тебя пронесется перекати-поле.
Паракас – это город между двумя бесконечностями – пустыней и океаном. Поэтому днем все жители города и туристы спасаются от жары у воды. О, здравствуйте, товарищи отдыхающие! Как водичка? Городской пляж, конечно, не очень. Водоросли, лодки и песочек не назвать райским. Да и заняться здесь бывалому туристу нечем, разве что чаек погонять. Тот самый редкий случай, когда я с тобой, Алина, полностью согласен. Городок маленький и, честно говоря, невзрачный. Но мне кажется, здесь делать нечего. Поэтому отправляемся в пустыню. Я тоже собираюсь провести этот уикенд среди песчаных дюн Паракаса. Но сперва надо позаботиться о жилье. Я пришла в один из самых популярных хостелов в городе – Коко Пелли. Кроме небольшой цены, туристы останавливаются здесь ради огромного бассейна, бара, кучи бесплатных игр. Лягушка? Вот если ты самый крутой игрок, ты попадаешь лягушке в рот. И других развлечений. Sorry. Помимо этого, тут устраивают ежедневные вечеринки. Ночное тусе. Тематические дни. И экскурсии. Мне очень нравится. Такое место приятное. Тут очень клевая атмосфера. Ну, правда, попадаешь в какой-то, как будто бы это детский лагерь. Все друг другу помогают, во что-то играют, улыбаются. А ночевать я буду в общей комнате на 6 человек. Ну, очень даже. Кто уже живет? Дело в том, что тут нет разделения мальчики и девочки. Все живут вместе, вот так вот уединяясь шторкой. В принципе, ничего не будет видно. Какой шикардосный вид. Утром можно сразу совершать ныряние в бассейн. Все едут в Паракас, чтобы поглазеть на местные природные красоты. Так что здесь полным-полно всевозможных экскурсий. Я вижу очень-очень много! Животик. В идеале, конечно, надо бы взять байк и узнать, сколько он стоит вообще. Ой, сори, привет, how are you? How much is this bike? For the bike is 30 soles. Normally it is 40 soles, but for you, 30 soles. Oh my gosh! No have control. Скидки, выгодные предложения. Это Перу. Yeah. Есть даже карта, как можно путешествовать на этом байке. For example, you have problem, you call me. I am have problem where in, for example, in a cathedral. Uh-huh. Okay, you wait 30 minutes, you looking for your helicopter. В общем, очень выгодное предложение. Okay. Дим, чего стоишь? Давай, побежали! Ну что ж, время для одной из самых загадочных загадок в Перу. Около 13 тысяч линий, около 780 рисунков и около 100 спиралей. Это рисунки в пустыне Наска. Какой у меня спойлер?
долина Наска – это мистическая пустыня, в которой 2000 лет назад цивилизация Наска нарисовала около 30 многокилометровых рисунков. Во время полета туристам выдают специальную карту, которая помогает найти и обознать каждый из них. Только что был идентифицирован кит. Вот он. Кто его там за окном еще один? О, вот кондор. Колибри. Паук. Алькатрас. Обезьяна. Собака. О, астронавт. Астронавт. Один в один. Вот так вот он стоит. Попугай. Слушай, я собрал все фигурки. Ученые до сих пор спорят о том, для чего были созданы эти рисунки. Поговаривают, что здесь не обошлось без пришельцев или даже потусторонних сил. Я много чего не сказал, что должен был сказать в самолете, потому что в какой-то момент мне уже было сложно говорить, вы видели сами эти круговые полеты над рисунками. Человека даже с хорошим вестибулярным аппаратом заставят какое-то время принять обет молчания. Есть несколько популярных версий происхождения рисунков Наска в пустыне. Версия первая. Кто-то говорит о том, что это аэродром для инопланетян. Возможно, мы не будем спорить. Версия вторая. Есть еще одна версия, что некоторые, особенно эти трапециевидные рисунки, создавались для церемоний по жертвоприношению. Там типа богов своих почитать. Версия третья. Наиболее осторожная часть историков предполагала, что контуры этих рисунков – это троп, по которым совершали специальные ритуальные хождения. Короче, вопросов больше, чем ответов. И от этого эти рисунки еще интереснее. Вот, например, моя версия, что это все просто гигантский тест на вестибулярный аппарат. Я его, походу, не прошел. А пока Коля считает рисунки, я отправилась в национальный парк Паракаса. Немножечко трясет. Антицеллюлитная программа Перу. Вот так я остаюсь у решки стройной. $100 велосипед. От передачи к передаче по бедному. Не на что жаловаться. Ну что, дадим доску? Национальный парк Паракаса – это огромный участок пустыни, который тянется вдоль побережья Тихого океана, аж на 335 тысяч гектаров. И хоть кажется, что вокруг тебя только песок и камни, это не совсем так. В парке есть несколько интересных достопримечательностей. Итак, достопримечательность первая. Именно здесь находится символ Паракаса. Природная арка кафедрал. Вернее, находилась. Здесь было сильное землетрясение, и арка обвалилась. Так что, ребят, собирайте рюкзаки, берите $100 и скорее путешествовать, пока вот еще можно увидеть всю эту красоту. Как это сделала я? Вскочила на велик и отправилась к следующей достопримечательности парка. Это природная смотровая площадка. Сюда приходят, чтобы посмотреть на кровавый берег. Пляж с красным песком. Поговаривают, что когда-то здесь сражались древние племена. Схватка была настолько жестокой, что берега напитались кровью и окрасились в алый цвет. Ученые, конечно, с этим не согласны. Цвет песку, твердят они, придает горная порода порфир.
Правда, и здесь мне снова не повезло. Ай, закрыто. Ой. Смотровая закрыта. Оказалось, что незадолго до моего приезда здесь случился очередной оползень. Вот эти все скалы, что вы видите, они очень хрупкие. Крошатся буквально как, не знаю, как печенье. Итак, наглядно объясняю, что же случилось. Была смотровая площадка. Пришло много туристов. Скала вот так просто обломилась. Выглядят они очень массивными, но, по сути, разрушаются каждый год. И сделать селфи может быть очень опасным, с летальным исходом. Но пока туристы рискуют жизнью ради лайков, я покручу педали к следующей достопримечательности парка. Так, поехали дальше. Несмотря на то, что в моей тачке есть спальные места, спать я предпочитаю в отеле. Называется он Paracas Luxury Collection Resort. Это самый дорогой отель в городе. С зеленью, огромным бассейном и двумя десятками домиков-номеров. В одном из которых я и остановился. Друзья, давайте договоримся сразу. Этот номер стоит $400. Поэтому относимся к нему как к номеру за $400. Не будем вот эти вот высокомерные оценки, как для золотой карты. $400. Все. Договорились? Пошли. Итак. Слушайте, как здесь приятно пахнет. Да, первое, что бросается в глаза, ну, вернее, не в глаза, а в ноздри, это приятный запах, такой лавандовый. Лавандовый запах. Ну и второе, что обращает на себя внимание, это стиль. Здесь очень стильный. Вот приятные, приятные такие пастельные тона. Прикольно. Ванна. Аккуратненько, хорошо, красиво. Слушайте, мне нравится этот номер. Он даже, знаете, на что больше похож? Он больше похож не на гостиничный номер отельный, а на квартиру. Хорошую квартиру с хорошим дизайном. Так, тут еще одна комната есть. Я напоминаю, это всего $400. Да, это не номер, это квартира. Можно сказать, что я снял себе квартиру за $400 в день. Тогда сразу звучит дорого, да? Потому что когда я снял себе номер за $400, все-таки... А когда ты говоришь $400 в день квартира, все сразу, у-у-у, у тебя есть деньги. Ну класс, и терраса. Так. Что и требовалось доказать? Отличная терраса. Бассейн. Конечно, похоже на поилку, но я видел полчаса назад, здесь голуби пили из бассейна. Он так выглядит, как будто еще пару раз голуби придут, и здесь не останется воды. Что-то там не мертвый голубь. Нет. Живой. Если сильно захотеть, то даже посреди жаркой пустыни можно найти пляж. Третью достопримечательность Паракаса. Пляж Распон. Прямо в национальном парке. Фактически музейный экспонат. Предлагаю начать его инспекцию. Плотность населения. Приехали бы мы на пару веков раньше, встретили бы здесь культуру Паракас. А сейчас вокруг туристы. Контингент. Очень любознательные путешественники. Ну а кто еще приедет в национальный парк на пляж? Только мы. Инфраструктура – термин, который абсолютно не подходит для этого места. Тут скорее два слова – естественная среда. И она здесь на пятерку. Пора попробовать температуру водички.
Температура воды, думаю, 16 градусов. По моим ощущениям, точно. Глянь, прям мурашки побежали. Если честно, этот пляж, ну, совсем не подходит под категорию оценок. Вот представьте, прямо посреди пустыни есть океан с маленьким пляжем. Видеть это и быть здесь – это, конечно, наслаждение. Дело к обеду, а значит, пора перекусить. Ну, конечно же, традиционным местным блюдом. I want fresh ceviche. Yeah, thanks. Это я не о ней, понятно. Я говорю о рыбе, которую мне что-нибудь сюда, о севиче. Подумали там себя, извращенцы. Севиче – настолько популярное блюдо, что здесь его предлагают буквально на каждом шагу. No, it's not ceviche. Ceviche. It's fish. Целая рыба. Необычно. Такой суповой набор. Перец, лайм и рыба. Это так необычно. Прям, знаете, как кафе на колесах. Подъезжаешь, делаешь заказ, только тут прям свежевыловленная рыба. Класс! И самое крутое, что приготовят ее прямо на моих глазах. Мне даже немножко неловко. Такая шумиха началась. Носят столы, бегают люди. Ничего не понимаю. Может быть, они потом еще попросят немного денег? Что севиче за 20 баксов, что за 2, готовятся примерно одинаково. Сначала берут свежую рыбу, разделывают ее, отделяя мясо от костей. Мелко нарезают, приправляют лаймовым соком, добавляют лук, морковку и перец. Чем-то похоже на то, как у нас маринуют селедку. Свежайшая, посмотри, еще хвостиком бьет. Какая нежная рыба. Меня просто гладит. Так изнутри. Говорит мне хорошие слова. Очень нежная рыба. Просто рыба такая вкусная, что вот слова, они рождаются такие, хотят вылезти изо рта, а потом останавливаются возле рыбы и тоже начинают грызть эту рыбу. Поэтому не вылезают. Остаются прямо там. Как же вкусно! Это очень вкусно. Вот знаете, когда люди мне говорили, о, севиче, я думала, сырая рыба. Есть сырую рыбу? Ну, нет. А вкус прям, ну, настолько нежный. Немножечко острый. Вот эта кислинка. И рыба свежая. Это вкусно. Хочется есть, а не говорить, Дима. Вы знаете, в чем минус этого севиче? Вот смотрите, я сейчас ем. Хочу еще одну порцию. Заказываю. Приходится ждать, пока рыбак поплывет, пока закинет удочку, пока выловит, пока принесет. Привезет. Стоит подготовиться. Они как знали, что мне понравится, видите, уже рыбаков послали. Ставить сети на севиче. Вечером все туристы съезжаются в такой себе кинотеатр под открытым небом. Успела. Тут уже все в сборе. На просмотр ежедневного короткометражного фильма «Закат». С этой точки отлично виден не только парк, но и сам город. Паракас такой манюнька. Вот это вот и весь город. Но при этом все эти детали, вот он с виду похож на какую-то рыбацкую деревеньку.
И вот эта маленькая набережная, рыбацкие лодки, океан, закат делает его таким компактным, романтичным городом для туристов. Пока. До завтра. Местная пустыня известна не только своими загадочными рисунками. Атмосферненько. Есть здесь еще одно мистическое место. Я прям чувствую силу этого места. Раньше я думал, что место силы – это фитнес-клуб, а оказалось, что нет. Вот это место силы. Что тут говорить? Лучше сами посмотрите. Это шестиголовая пальма слева от меня магическая. Когда-то давно здесь жила ведьма, которая предсказала, что как только у пальмы вырастет седьмая голова, деревню затопят. И действительно, в 98-м году, уже через много лет после смерти ведьмы, здесь пошел очень сильный дождь, и деревня начала жутко топить. Жители прибежали сюда, смотрят, у пальмы выросла седьмая голова. Они ее срубили, дождь прекратился. Ну и теперь они каждый раз, как только вырастает седьмая голова, отрубают ее. Вроде бы легенда, да-да-да, ну типа окей, молодцы, хорошо придумали. Но нет, здесь действительно есть какая-то магия. Когда мы сюда пришли, начались у нас с техникой жуткие помехи. Видно, колдует этот Пальм Горыныч. Конечно же, в деревне ведьм главное развлечение – это сходить к местному колдуну. Вместе настолько кишащей магией грех не пойти на ритуал к шаману. Ну, конечно, Библия говорит о том, что грех пойти на ритуал к шаману, но… Не мог же я отказаться от такого предложения – изгнать демонов, снять порчу, да и вообще в порядок себя привести. А то золотая карта, знаете, куча завистников и все такое. Ритуал проходит так. Сначала шаман разводит магический огонь. Потом берет заговоренную воду и начинает проводить мне диагностику. То есть проверяет, не загрязнен ли я негативной энергией. Говорит, что... Ну, он поводил стаканом с водой вокруг меня, а потом вылил туда, в миску, пламя стало синим. И он говорит, что синий – это хорошо. Я не знаю, что значит хорошо, что значило бы плохо. Прикольно, вот черный кот пришел. Приедет черный кот. Дальше шаман начинает звенеть в специальную музыкальную чашу. Гоняя таким способом от меня злых духов. Я чувствую себя, как, знаете, одиннадцатиклассник, который на линейке первоклассницы несет с колокольчиком. И, наконец, чтобы закрепить успех колдовства, пациенту предлагают пожевать листья коки. А, им листья коки. Или сейчас волшебство начнется. Спасибо, бро. В общем, пламя голубое. Шаман сказал, что у меня хорошие анализы. Можно спокойно отправляться спать. Проснулся. Ты проспал такой крутой рассвет. Но ничего, ты так долго спал, что сейчас ты видишь не менее крутой закат. Пошли!
Нас ждут большие дела. Приключения! Утро второго дня я решила начать с завтрака. Мне здесь нравится, здесь весело. Окей, а вы всякие. Так, посмотрим, чем здесь угощают. Все такие довольные сидят. Я всегда подсматриваю, что на соседних столах. Гребешки стоят 35 солей. Это 11 долларов. Представляете, в ресторане у нас такое блюдо будет стоить на долларов 50. А здесь 11. Мне кажется, мой выбор очевиден. Гребешков мне. Морские гребешки. Это такие моллюски, которые водятся в Тихом и Индийском океанах. Гурманы ценят их за мягкий, сладковатый вкус и кучу витаминов. Какая красота! Thank you! Ну ничего себе обед! 11 долларов, я говорила? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Я думала, что я не наемся, но тарелочка не маленькая. Все, надо пробовать скорее. Свежайшие. Ой, ну как же вкусно, я хочу здесь жить, все. И красиво ведь как. Сверху усыпан пармезаном и немножко его припустили на гриле. Это очень вкусно. Очень. Сейчас эти гребешки будут загребать за обе щеки. Ой, красота. Если еще лаймингом сбрызнуть, удовольствие. Друзья, для большинства из вас «Орел и Решка» – это оазис на отечественном телевидении. Но вы знаете, у перуанцев тоже есть свой оазис, и сейчас я туда поеду. И называется он «Оазис Уакачина». Это крохотный островок жизни прямо посреди океана пустыни. Но, говорят, источник на самом деле давным-давно пересох, а водой его наполняют местные, чтобы оазис сохранял жизнь и привлекал сюда туристов. Поэтому приехал я сюда не на водичку смотреть, а погонять на багги. Hello, I will be your passenger. I will call you buggy man. Let's go, buggy man. На второй день я решила продолжить свое путешествие по Паракасу. И первый пункт моей программы – экскурсия к островам Байестас. Говорят, что сами острова и их окрестности просто кишат разной живностью. И вот вам первое доказательство. Ой, ой, дельфины прямо здесь, прямо здесь, прямо здесь. А совсем недалеко загорает на солнышке целая колония морских львов. Хорошо устроились, ребята. Маленький остров в океане. Ой, смотри, вообще здесь кувыркаются в воде двое. Класс! Обнимашки. Это совсем малыш.
Какие хорошие. На солнышке там разложились сосисками. Ребята. Вот так мне нравится смотреть на животных. А не в зоопарках, там, где закрыты все в тюрьме. Вот жизнь. Животные на свободе, а мы тихонечко наблюдаем со стороны, не мешая им загорать. Но главная достопримечательность островов Баестас – это вот эти населенные тысячами птиц валуны. Целый мир. Именно из-за этих островов и разыгралась когда-то война между Чили и Перу. А все из-за гуано. Или, иначе говоря, из-за птичьих экскрементов. Из-за птичьих Да что ж такое? Из-за птичьих какашек. Гуано – это помет морских птиц, который начал разлагаться. Он содержит огромное количество азота и фосфора, что делает его идеальным органическим удобрением. Видите такой вот желто-белесый налет? Вот это и есть птичьи фекалии, те самые ценные, из-за которых столько шумихи. Вон. Важность этого птичьего продукта для местных очень велика. На эти острова запрещено выходить людям и туристам. Здесь вот обитают только хранители. Видишь, маленькие домики такие? И приезжают те люди, которые занимаются сбором, собственно, гуана. А вот туристам до чужого гуана нет никакого дела. Они приезжают сюда, чтобы посмотреть на огромные стаи птиц. Это стоит 14 долларов. 14! Пакуйте свои рюкзаки, приезжайте скорее сюда. Ну как это можно не увидеть? Это очень красиво, очень, правда. Багги привез меня к очередному развлечению, популярному в пустыне сэндбордингу. Сэндбординг – это как сноубординг, только вместо снега и подъемников у тебя барханы и песок. Сейчас будем кататься на досках. Принцип тот же. Становишься на доску и съезжаешь с горы вниз. Хорошая попытка. Честно, так себе удовольствие. Самое неприкольное в сэндбординге – это потом подниматься с доской наверх по песку. Это еще сложнее, чем по снегу. Здесь не хватает подъемника. Будочек с глинтвейном. А я продолжила свои экскурсии все по тому же парку Паракас. Лас, иди сюда, пожалуйста, иди сюда, тут очень красиво. Я думала, что за этой песчаной горой еще одна песчаная гора, но нет. Тебе надо приготовиться. Иди сюда. Ты готов? Сделай глубокий вдох. О, какая мощь! Океан! Эта смесь красивого, опасного, зыбкого и непостоянного делает прогулку по здешней пустыне огромным приключением. Туда, где, казалось, можно оказаться только во сне. Недаром все перуанские тайны связывают с чем-то инопланетным. Космически выглядит. Закончить свое знакомство с Паракасом я решил ужином. Что ты делаешь? Фу. Спасибо. Все-таки как мудро я поступил, что сначала решил на багги покататься, а потом поужинать. О, иначе были бы деньги на смарку.
И не просто ужином, а ужином посреди пустыни. Я многократно видел в разных фильмах, как люди ползли по пустыне и говорили: «Я бы отдал все свои деньги за глоточек воды». Я не понимаю, к чему это безрассудство и транжирство. Всего за 1000 баксов в пустыне можно организовать себе не только глоточек воды, но еще и полноценный ужин и бутылочку вина. Мух, конечно, здесь просто тысячи. Но это не удивительно. Мне кажется, мухи прилетели сюда. Прикиньте, ужин в пустыне. Такое событие, может, для мухи раз в жизни происходит. Просто они прилетели сюда тупо посмотреть. На самом ужине давайте не будем сильно акцентировать внимание, потому что здесь-то особо такого ничего примечательного нет. Курица, несколько кусков, разрезанная сосиска пополам и кукуруза. Все дело в антураже. Посмотрите, это пустыня. Центр пустыни. Закат. Костер. Перекати-пакет. Это же романтика. За романтику. Я влюбилась. Бесповоротно влюбилась в Перу. Мы в «Орел и Решка», казалось бы, уже изучили все закоулки планеты. Но наша Земля не устает нас удивлять, как сделал это Паракас. Таинственный. Атмосферненько. Неизведанный. Короче, вопросов больше, чем ответов. И такой потрясающий. Перуанская исследовательница сейчас разберется. Нахуй большие дела! Мне очень нравится. Я прям чувствую силу этого места. У меня прям мурашки. Прикольно, черный кот вышел. Паракас такой манюнька. Это же романтика. Это большое счастье. Так, друзья, внимание! Вы слышите? Вы слышите лай собак? Понимаете, что это значит? Это значит, что ваш клад со 100 баксами будет очень надежно защищен. Чтобы найти наш 100-долларовый привет на Паракасе, сперва отыщите яхт-клуб «Лима». Пройдите от него 24 метра на северо-запад, затем сверните на «Авенида Лос Либертадорес» и пройдите еще 71 метр. Наверху под синим граффити и спрятан наш клад. Представляете, мне удалось побывать на 3 экскурсиях. За 100 долларами 3 экскурсии. Привет! Это прекрасно, представляете, Алинка репетирует речь. Ко встрече со мной. Ну, давай, покажи, что она репетировала. Я суммирую, Коль, у меня столько всего было за эти дни. Ну, во-первых, 100 долларов здесь – это большие деньги. Можно очень много себе всего позволить. И экскурсии, и поела очень хорошо свежие морепродукты. И у меня еще и деньги остались. И вообще, в Перу главное добраться, доехать, долететь. А дальше? А дальше, пожалуйста, оставьте мне, это моя зона ответственности. Я расскажу вам, как здесь спустить столько денег, сколько у вас есть. Несмотря на то, что вокруг одна пустыня, Алин, ты знаешь, в этой пустыне есть что купить, есть что посмотреть, есть что разгадать. Ну ты с пустыми руками пришел. Конечно, с пустыми, Алин, я все спустил, я же тебе говорю. Понятно. Все, большие золотые карты. Дальше «Орел и Решка» будет, как бедный и богат, это 100 баксов, одного другого 50. Пока, друзья, мы додумаем еще эту концепцию, вернемся. Все, будет пока, новый, ребят. Не то, что эти мегаполисы. Будет нормальный концепт. По Перу можно долго путешествовать с таким концептом. Ты как зэк говоришь. Попутешествуешь по Перу?